Россия отметила в этот четверг День государственного флага. Торжественные мероприятия прошли и в Тверской области. Во всех муниципалитетах они стартовали в 10 утра с церемонии поднятия национального триколора, которые состоялись на центральных площадях населенных пунктов. В Твери, как и во всех районах Верхневолжья, центральным событием акции стало поднятие флага нашей страны на площади Славы. В церемонии приняли участие руководители города, представители ветеранских и молодежных организаций, а также простые горожане. Сегодня у нас очень важный праздник, день флага Российской Федерации. Флаг олицетворяет для нас, для всех, становление России, ее экономическое развитие. Тем более это актуально сегодня, когда мы с вами все вместе осуществляем новую стратегию экономического развития страны. Этот флаг, который взвился в небо над областным центром, одно из тех полотнищ, которые были накануне вручены каждой из делегаций участниц форума муниципальных образований. Во всех них в течение дня проходили другие памятные мероприятия. Особое внимание уделялось общению с людьми старшего поколения, теми, кто служил в армии. Ведь они особенно хорошо представляют значение флага или знамени. Если знамя части теряется, тогда часть эту расформировывает. Поэтому в бою всегда охраняли знамя части, она являлась символом, за ним шли вперед. Раздача лент триколоров, викторины, конкурсы, развлекательные программы и концерты. Эти и другие мероприятия шли во всех районах Тверской области вплоть до вечера. И везде их приметой было трехцветное полотно, иной раз в виде маленьких ленточек, каждая из которых, тем не менее, символизировала такую большую страну, как Россия.